قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. يوشع ابن نون стоял во главе армии сынов Исраиля, которая сражалась за Иерусалим, Бейтуль-Макдис. Впервые сыны Исраиля заходили на Святую Землю. Они зашли туда в пятницу после Асра. Эта благословенная, священная земля наконец-то была завоевана. Йошуа ибн Нун приказал им зайти туда в поклоне, показывая свою покорность, и сказать слово «хитта». Что такое «хитта»? Прощение. То есть они должны были сказать: «О Аллах, прости нам наши грехи». Покорно и униженно они должны были просить своего Господа о прощении. «Прости нам наши грехи». И в том городе, куда они заходили, было много различных благ и богатств. В нем были богатства, растения и плоды. От вас требуется, чтобы вы зашли туда скромно и попросили у Аллаха прощения. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. Поклонившись, то есть в поклоне, покорно, униженно, склонив головы, скромно. Также скажите «хитта» — прощение. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, завоевывал Мекку, он зашел в нее, склонив голову и прося прощения у своего Господа. Как сказал Аллах: «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и проси у него прощения». Заходя в Мекку, пророк склонил голову и попросил прощения у своего Господа. Так поступали пророки. Такой была их скромность и покорность, потому что в своей основе победа исходит от Аллаха, а не от людей. Йошуа сказал им: «Войдите во врата, поклонившись, покорно и скромно, и скажите: «Прости нас». Но посмотрите на упрямство, несправедливость и нечестие, преобладавшие в сынах Исраиля. Что они сделали? Они вошли в город задом. Они присели вот так, пятясь задом, зашли в город. Это было похоже на издевательство над кем? Над пророком Аллаха. И это была ваша скромность, проявить которую вам повелел Всевышний Аллах? Они зашли задом, вползли так в Бейтуль-Макдис, словно издеваясь над пророком Аллаха. Хорошо, хотя бы скажите «хитта» — прощение, то есть «О Аллах, прости нам наши грехи». Но они сказали другое слово «хабба» — зернышко, или «хинта» — пшеничное зернышко. Они исказили это слово. Вместо «хитта» сказали «хинта». Они начали смеяться и издеваться над пророком Всевышнего Аллаха. Представьте себе десятки тысяч человек, или даже сотни тысяч, и многие из них издевались над пророком Аллаха, заходя в Иерусалим, который предписал им Аллах, и в битве за который Аллах помог одержать им победу над их врагом. Аллах сделал Бейтуль-Макдис их городом. Несмотря на все это, они зашли в него с издевками и насмешками и вели себя крайне высокомерно. Аллах сказал: «И мы не спаслали на беззаконников наказание с неба за то, что они поступали нечестиво». Как только они зашли в Бейтуль-Макдис, они получили наказание за свой поступок. Аллах наслал на них чуму, которая скосила десятки тысяч из них. И все это было из-за их несправедливости и беззакония. Кто-то может удивиться: что от тебя требовалось? После того, как Аллах даровал тебе победу, от тебя требуется вести себя скромно и просить прощения у твоего Господа. А ты издеваешься, упрямишься, ведешь себя высокомерно? Такова натура сынов Исраиля. Они, да упасет нас от такого Аллах, проявляли упрямство и гордыню. У них были жестокие сердца. Также военные трофеи были им недозволены. Военную добычу нужно было сжечь. Они должны были сжечь всю добычу. Сжечь для того, чтобы ее принял от них Всевышний Аллах. И у них было не так, как в нашей умме. В исламе, в религии Мухаммада, алейхи саляту вассалям. Наша религия — это единственная, в которой разрешено брать трофеи. И Аллах внушил Йошуа в откровении, что некоторые люди присвоили себе часть военной добычи. Они украли ее. Тогда Йошуа обратился к накыбам, вождям племен, и сказал, чтобы каждый из них пожал ему руку. «Если у кого-то рука прилипнет к моей, значит, человек причастный к краже военной добычи из его колена».
У одного из накыбов рука прилипла, и Юшуа сказал: «Этот предатель среди вас, приведите ко мне всех воинов из этого колена». И Юшуа ибн Нун начал пожимать руки всем воинам, одному за другим. В результате у двоих руки прилипли к его руке. Юшуа заставил их признаться в содеянном, и они признались. Они вытащили из трофеев золото. Говорили, что это золото было отлито в форме коровьей головы. Они выкрали ее из трофеев и тем самым совершили предательство. Сыны Исраиля начали свою жизнь на земле обетованной. Они чтили законы Всевышнего Аллаха. Ими руководил пророк Аллаха Юшуа ибн Нун. Прошло всего 20-30 лет, и Всевышний Аллах упокоил его душу. Перед смертью Юшуа установил систему управления в том государстве или царстве сынов Исраиля на святой земле. Можете называть их как хотите. И в то время это еще не было царством. Юшуа установил систему власти. Что он сделал? Он сказал: «Пусть каждое колено возьмет для себя определенную часть земли. Это будет земля колена Ягуды. Вот земля колена Юсуфа, земля колена Ляви, земля колена Беньяминова. У каждого из них в распоряжении оказалась своя земля. У каждого колена была своя земля, которую они возделывали и выращивали что-то на ней. Также над каждым коленом стоял свой вождь, накиб, и был судья, которого назначил Юшуа ибн Нун, судья, который судил все 12 колен. При возникновении какого-либо конфликта все они обращались к одному судье. Так они жили около 400 лет. Они жили так сотни лет, и этот период времени назывался «эпоха судей». Все это время сынами Исраиля управляли судьи. У каждого колена был свой вождь, и эти 12 колен обращались на суд к этому главному судье. У них было некое подобие совета, которым управлял судья. То время было названо «эпохой судей». Сотни лет они оставались в таком положении. Затем началась эпоха царства израильского, эпоха царей. Сынами Исраиля начал править царь. В Коране передаются слова сынов Исраиля: «Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха». Эпоха царей закончилась с последним царем Израильского царства. Кто этот последний царь? Их последний царь — это Сулейман, мир ему. Последний царь Израильского царства. Израильское царство было второй эпохой их истории. Третья и последняя эпоха сынов Исраиля на Святой Земле — это период их разделения. Сыны Исраиля разделились на две части — на Северное Израильское царство и на Южное царство Иудейское. В Северном царстве проживали 10 колен. Все они собрались там. В Южном царстве, Иудейском, жило всего 2 колена — колено Ягуды и колено Беньямина. Эти 2 колена повздорили с остальными 10. Между ними происходили сражения и войны. Когда сыны Исраиля начали разделяться, другие нации стали нападать на них и сражаться с ними. Но вернемся в прошлое еще раз. Проходили сотни лет, в течение которых происходило много разных событий. Мы поговорим о них в следующих сериях соизволения Аллаха. Что касается Юшуа ибн Нуна, то он правил сынами Исраиля на основе Торы. Он установил среди них закон Всевышнего Аллаха. Конечно, некоторые из них впадали в неверие, проявляли упрямство, обижали Юшуа, мир ему. Но он проявлял терпение. После смерти Мусы он правил ими 27 лет. До самой своей смерти. После Юшуа ими стал править Калеб. Кто такой Калеб? Муж Марьям, сестры Мусы, мир ему. Это та самая сестра, которая следовала за новорожденным Мусой и привела ему кормилицу. Ее мужа звали Калеб. Он был одним из двух, которые сказали сынам Исраиля: «Входите к ним через ворота и одержите победу». Они побуждали людей зайти в Иерусалим. В то время Калеб был уже стар, но поскольку он был лучше остальных, он принял на себя правление после Юшуа ибн Нуна. Все эти годы они то проявляли покорность Аллаху, и это было довольно редко, то ослушались Аллаха, и это происходило часто. Что же происходило с сынами Исраиля на земле обетованной? Это будет темой нашего разговора с соизволения Аллаха в следующей серии. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наше видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пусть вам это запишется как награда за благое дело. Аминь.